Доброго времени суток всем. Всем привет. И снова мы с вами, и снова продолжаем играть Guild Wars 2. В прошлой серии. Кстати, на прошлой серии сами там в очередной раз нанубили. Там, оказывается, вайпоинт был прямо напротив ворот вон тех. Ну да. То есть вот прямо как через мост перейти, и прямо и вайпоинт будет. Давай, запрыгивай. Прямо сюда, да? Да, прям. Ну не прямо сюда, я вот здесь. А. Может, все разведал? Да не то, чтобы разведал, я буквально вот на домик заскакал. Понятно. Увидел, что я все близко. Поэтому предложил начать сразу отсюда, взять эту висту. Вот, сейчас портнемся сразу подальше. Продолжим осваивать локацию. В любом случае, мне предыдущий ивент очень понравился. Да, сложный и необычный. Ну, если просто еще бы знали, как бы, или поняли бы сами сразу, ну, то, что делать. Ну, не совсем очевидно, конечно. Такие вещи по тактике обычно все-таки делаются. Уже будь готов, так сказать, знай тактику. Без тактики не берем. Без ачивки не берем и так далее. Знакомо. Поехали на нижний телепорт тогда, как раз который мы открыли. Вот этот? Ага. А, ну вот сейчас как раз покажем, какой. Да, отсюда можно было бы гораздо... Так, померли бы, проще, подскочили бы, побежали бы дальше. Вот, видите, и сразу ворота. И закрыты уже, кстати. Да. Как-то так. Ну, все, пойдем дальше в нижнюю часть локации. Посмотрим, что там. Ветеран. Так. Медведь. Дух медведя ветеранский какой-то. Где-то какой-то ли? Портал. Ой, я уровень взял. Да? Просто так. Да. А, ты чего? Мы вам тут помогали. Это другие какие-то. Ну, это гравлы тоже же. Ну что, это плохие. Чокнутые. Так. Фиксируйте. Что ли? Давай медведя сначала убьем, он вроде ближе. А вот как попасть к... порталу, который там кто-то делает, кстати. Ветеран гравл шаман. Я не хочу. Надо закончить уже эту локацию побыстрее. Так, точка интереса. Ой. Что? А, нагрел. Да, нагрел. Мистер Медведь, простите меня, пожалуйста. Бобики фас. Я тоже хочу бобиков. Мне пока не дают. Я там не умираю, вроде нормально. Мне еще нужно, еще 3 скиллпоинта мне нужно накопить, короче. А, прости, баран. Или козел, ты, я не знаю, кто. Какая разница? Равноценно. Фига не, вот ты видел? Смотри, она рада за нас. Я не видел. А, они его откинули так. Ой, она тут вкусняшки какие-то теперь продает. Да? Да, она порадовалась за нас. Благословение медведя. Плюс 20 power и плюс 10 опыта. Я возьму парочку. Троечку. Еще продам всего, круто. Здесь можно продаться. Занимай. Отлично. А я 5 штук взяла. Я воротник нашел тебе. В смысле воротник? Мантию. Шапку ты имеешь в виду? Ну нет, это... Плечи? А, это плечи, слушай. Просто отображается как воротник, а у меня, видишь, на плечах-то ничего нет. Странно. Или это воротник, ты шапка? Я думал, это воротник. Ну, это какая часть одежды воротника? Я не понять не могла. Это воротник, что ты придираешься? Воротник это на спину, значит. Хорошо. Я сейчас пошуршу. Виста. Хочу висту. Только не пойму как. Здесь прыгать что ли? Ну да. Пойдешь? Со мной. За вистой. Да. Я тут. Я похоже тебя обманул. Да? Хе-хе. А как забраться тогда туда? Я почему-то был уверен, что это надо сделать здесь. Но теперь я не уверен, я уверен, что это надо сделать здесь.
переход на другую локацию, да? Да, по-моему. Мы почти закончили, на самом деле, с этой локацией. Чуть-чуть уже совсем осталось. Вот, Виста, по-моему, последняя будет, да. И одно сердечко, и 4 точки интереса. Я уже хочу это. По этой. По миссии. По миссии, да. Ну-да. Хочу последнюю вещь получить из комплекта, и интересно, что там дальше. Ну да. Медведь. А там был это леопард. Леопард. Это как в этом, в основном городе. Помнишь, статуи ледяные стоят этих зверей всех их них. Угу. Ну хорошо. Свисты закончили. Пошли направо пока что. В гору. А-а-а, споткнулся. Хорошо, хоть не на козла упало. Он бы не обрадовался. Он бы обиделся, да. У меня там справа блеет. В правое ухо, в смысле. Лагерь какой-то. Can you check on Scholar Dane for me? She ran off to help the script. Knowledge is the greatest treasure. Ну чё, благословение поюзаем? А, я уже поюзал. Я прям сразу купил и сразу поюзал. Понятно. Ну вот оно, последнее сердечко. Ёлка. Давай, испортила всю торжественную ситуацию. Ситуация? Насколько я понимаю, внутрь делать эвент. По пути сделается сердечко, как обычно. Там надо воскресить какого-то ученого Дейна. Ну да, вот он делается, короче. Здесь. Отлично. Я думаю, будет. Но не все равно, вот смотри, вот эта локация уже сколько нам преподнесла сюрпризов. Угу. Почему вот остальные локации не так насыщены все-таки? Либо мы тупо мимо проскакали, конечно. Нет, но мы же локацию закрывали. Ну да, сложно было пропустить. Но хотя взять вот этот эвент, он смотри какой неявный. Если бы мы не заинтересовались, не пошли к этому мужику, не поспрашивали его, не почитали книги. Ну, я есть... допускаю, что мы где-то могли что-то еще пропустить, конечно. Как бы это сложно вообще утверждать. Угу. Вот он, школяр. Дейн. Ой, я думаю, что такое? Я опять с бутылкой бегаю. Это прикольно. Я вообще не понимаю их прикола. А что они туда них... летят? Ну, видимо, портал надо закрыть. Для этого надо воскресить этого Дейна. Я не понял, Дейн убежал просто или что он? А, нет, чем он там делает? Что делает? Он закрывает портал. Колдовашки какие-то делает. Ну, в итоге, наверное, босс какой-нибудь выйдет. Обязательно. Ух ты, почти умер. Да, что-то большое идет. Вот оно, что-то большое. Пас. Напрягись.
Игру фаса. Все уже. Они так приземляются, как это. Тяжело такие, массивные. Так нравится. А, бобики. Ага. Вот. Ничего больше нет? Нет. Уверен? Что-то где-то у меня показалось. Желтая надпись была. А. Что это такое? Ой. А, это просто какая-то. Там. Ой. Да-да-да. А теперь вы не ёжа единичкой. Не спрашивай меня, что ты сделала. Мышь ротовила какую-то. Ну да, ну зачем просто? Странная штука. Более чем. Все. Я сделал. Да? Ну ладно. А, то есть это на этот? А, ну теперь ты это делай. Я буду смотреть и смеяться. Грибочки. Хожу, кого-то выколупываю тут. Я бегаю, смеюсь и ем грибочки. Ну, странно было бы, если бы ты ел грибочки и не смеялся. Мне просто сам факт непонятен. Зачем выкапывать эту фигню и потом запускать выкопанную крысу? Ой, так, отлично. А чё, сами они тут не могут походить, поковырять? Да вот слакают. Ну, они вообще всегда все такие занятые. И тут золотая жилка. Так, ты давай копай, а я посмотрю, где у нас еще две точки интереса неоткрытые, которые мы где-то пропустили. Очень интересный вопрос, где, потому что мы вроде довольно дотошно ходили всей этой локации. Ну, единственный вариант это вот эта вот, а, гора. Так-то я здесь больше ничего не вижу. Ну да, судя по всему, где-то здесь. А тут еще пещера с пауками. Какая-то. А, чуть не упал. Знаешь? А мы не тут были с Критов там что-то с ним делали. Ну там не было другой пещеры с мышами. Я не знаю. Ты доделала? Нет, нет, не могу найти. О, нашла. Как нам отсюда выбраться-то потом побыстрее? А, ну вот он, выход. А, вот еще. Такое ощущение, что Дели стал как-то дольше делаться. Ну, его изменили. Не, ну я понимаю, что изменили. Просто его так сильно изменили? Угу. Понятно. Щит какой-то нубский. Не хочу. Капризный какой, да, стал? Щит его не нравится. Ну он деревянный, я больше не ношу деревянные щиты. Ну там тебе другой предлагают, смотри, кожа обтянутый. Такой варварский. Ой, я что-то на него не обратил внимания. Синий, совсем другая моделька. Иконку смотри. Угу. Ну, прикольный, но не для меня, гвардиана. В общем, он меня не достоин. Пойдем дальше. Пойдем. Steel Brachen Waypoint. Куда? Steel Brachen. Ну, какой ниже, торрент? Внизу. Вот я там сейчас пошевелюсь. Да. Какой-то эвент идет, но мы на него не пойдем. Пойдем сюда. Конечно, тоже, скорее всего, случайно наткнемся на какой-нибудь эвент. Ну, да. А. Ты смотри, они даже на меня не отреагировали. Так, локация открылась. Что мы тут интересного видим? Ничего мы интересного не видим, потому что локация нифига не открылась нормально. Надо сюда сходить тогда. Смотри, пещера. Оу. Ай, ну больно же. Вот сам виноват. Нас эвенты не интересуют. Наверное. А что вас интересует? Меня интересует точка интереса, если она тут есть. Но я ее тут не вижу.
А мы здесь были или нет? Я не помню. Нет, мы здесь не были. А, по-моему, были. По-моему, это то место, где нам в первой серии как раз я помогали. Я не помню вот этой винтовой штуки. А мы просто сюда не заходили почему-то. Ты сейчас где? Что, нам в центр надо, я так понимаю, нет? А, нет, нам куда-то... Думаю, что в центр нам не надо, нам... Я хочу в крайний зайти попробовать, посмотреть, что там. Но вот где я сейчас бодаюсь с киборгом, роботом... Робота-коротом. А, дурак! Вот, тут мы были. Больно бьет. Умираю, умираю уже. Бас. Такой рассыпался. Вот, мы там были. Видишь, знакомая структура. А, ну. И у нас там даже локация открыта. Да. Нам туда в обратную сторону. Ну вот сейчас еще вот в этот кусочек хочу зайти. Глянуть, что там. По-быстрому. Они не агрессивные. Ага, отлично. Тут, похоже, ничего интересного. Ну, тут выход. Да, тут просто выход. Все, тогда прошли сразу в противоположную сторону. Я думаю, точки интереса не здесь. Абсолютно. Мы здесь уже бегали, все. Там в центре, вот в этой дырке, которая посреди комнаты. Там... Спуск. Спуск и... Нет, он не спуск, не то чтобы совсем спуск. Там куда-то в сторону идет ход. Видишь? Вот пещера, и туда пошла куда-то. Ну да. Я не знаю. Посмотрим. Или как? Обязательно, я думаю, стоит ну, посмотреть. Ну вообще, примерно в ту сторону, куда нам надо. Пещера-то. Подожди, здесь нет прохода. Нет там ничего, да? По-моему, да. Ну давай заглянем просто хотя бы, чтобы... Да, здесь пусто. Понятно. Ну, все отлично. Не бей его. Что это было? Он еще так это... среагировал. Что, где, чё? Я тут вообще ни при чем. И дальше копать. Да это мы ни при чем. А. Ну и рожа у вас. Неправильные. Тасулька. Почему нет функции полезать сосульку? Нет, она просто здесь напрашивается, абсолютно. Ты хочешь, чтобы у тебя на первом на кнопке 1 после того, как ты взял сосульку, была функция лизнуть? Да. Нормально. Нет, но я бегу с сосулькой. Ну. Логично предположить, что ее можно лизнуть. Кому логично? Мне логично. Я думаю, не только мне логично. А, балда, все время забываешь, что они вперед волну делают. А, достали. Этот ветеран, слушай. Ну да, я смотрю, что вроде стою в стороне, а мне тут это волной достается, а он... Он хитрый. Ага. А мы сейчас вот так сделаем. Да ём... Сволочь. Там турель стоит просто за углом. Понятно. Сейчас вот так встану. А-а-а. Сейчас хилку кину. Я сейчас тоже немножко подлечусь. Все, убили. Да ё-моё. Тут сейчас по башке своей железной получит. Да, надо наказать обязательно. Ха-ха-ха. Че ты тут клювом щелкаешь? Обманули, обманули. Я бы даже сказал, развели. О, какая штучка. Гробница. Ой.
Ой. Да. Ой, нас тут еще сзади авария. Авария? Ну там эти бубны свои бьют, придурки. Бубны? Ну да, еще они там стучат. Я чувствую, это все ничем хорошим не кончится, если честно. Да что-то мне как-то уже не похорошело. Да вот мне тоже немножко не похорошело. Я вот тут все, что можно, напризывала. А я тоже. Все, я умер. Кого-нибудь добить. О, это меня. Ой, лезло, ой! Я не ту кнопку нажал. Я его притянула к себе. Это хотел на тебя резнуть. Так, я не уязвим, Я не умру. Да, автотренинг. Еще там этот привязался какой-то, надеюсь, не ветеран. Не-не-не, сейчас я его. Блин, там еще один привязался. Есть. Теперь вы получите. О. Ну, хватит меня ронять. Все. Пошли в кабинет. А чё тут? О, сундук. Ну, по-любому. По-любому? Ну, да, чё? Я ихним сундукам не верю. Нет, ну сундук это не значит, что вкусные. Маска. А мне перчатки какие-то упали зеленые. Тебе хоть зеленый, мне синий вообще. Я расстроен. Где еще одна точка интереса? Не вижу, если честно. Где мы могли еще пропустить одну? Я думаю, что есть смысл, наверное, запаузиться. Угу. Поискать? Вот. Да, поискать, отпаузиться на ней и уже дальше пойти там, куда надо. Ну, давай, попробуем. Так, скоро вернемся. Так, продолжаем. Нашли мы точку интереса. Это в самом начале карты. Почему-то не обратил внимания на нее. Я думал, что это от города, а оказывается, на текущей локации, когда находишься, с другой локации не показывают незавершенные. Вот. И я уже подглянул немножко, здесь есть пещерка. Я так понимаю, как раз через нее можно пройти куда надо. Ну да. Ой, здесь это, статуя волка. Ага. Вот. Шаман. Волк. Волк-шаман. Ой, какой весь. Закаленный боями. Ты трансмуту дали. Да. Желтые плечи дали, Саш. С сундука желтые плечи у меня упали. Хэви. Ладно, посмотрим. Хотя статы, конечно, не твои. Ой, какой-то уровень, 46-й, не-не-не. Да. Да, транс в любом случае статы. На этого, на ДД. У меня факел упал. Тоже желтый. На 47-й уровень. И Мейса. Желтая на 47 уровень. А, у меня инвентарь. 10 тысяч опыта и 30 серебра дали. Прикольно. Хотя за завершение такой локации могли бы давать пару голдов хотя бы. Не, ну а чё... Вообще... Совесть потеряли. Так, ну ладно, все, тогда... Поскакали по миссии у нас. Времени немножко совсем, правда, осталось, но мы туда дойдем хотя бы, я думаю. Пошли в это, в самый конец локации Портеся. Сразу. Ча, лук соберу, или кто там? Лук? Mm-hmm. Я пока прогружусь. Начало локации, говоришь, да? Вот сюда ты имел в виду. Да, да. Это ж смотря с какой стороны посмотреть на начало локации. С какой стороны зайдешь, с той стороны и начало. А с другой стороны конец. Да, именно.
что-то тут творится опять. А, город опять осаждают. Ну, анимас. Нет. Ой, как далеко-то, слушай. Что такое? Вон, смотри. Куда идти? Ну? Как раз туда, в эту серию будем добираться до туда. Вайпоинт. А, открыли нам. Чекпоинт. Бред Аверендер какой-то. Неписи какие-то стоят. Просто. Там драка какая-то. Где драка, где драка? Голдфингер. А чё у него тут эти поломатые лежат? Побитые, вернее, сколько я бы даже сказал. Ну так. Он, короче, хочет, чтобы мы кротов били. И все такое. С ними делали. Ломали, крушили, короче. Эйвен где-то. Ну я не знаю, есть ли смысл нам заниматься сейчас этим Эйвеном. Как бы. Слагаешь, открывать идти? Ну да, я бы, наверное, до миссии пробежал. Пошли, потом будем, может, заканчивать. Да, может быть, если захотим. На данный момент. Пока можно просто по пути пробежаться туда по-быстренькому. Посмотреть вообще на локацию. Подраться с местным обитателем немножко. Мы и так со всеми деремся. А, не обращайте на меня внимания. Я не пробегу, наверное, да? Нет. Не, не пробегу. Я на него с мечом летел, а она у меня говорит, я чувствую себя хорошо. Бодрячком, говорит. Так, импы. Угу. Такие ледышки весь, так сплошные тут везде. Элементали, ледяные, импы. А локация вообще какая-то такая промерзшая вся вообще. Ну да, там просто. Зима была, ну какая-то более теплая, мне кажется, а здесь угу. Прям вот совсем вот. Арктика. Почти. Чекпоинт вижу. Ой, за тобой там киска бежит. Довольная такая. Не надо за мной бежать. Я несъедобный. Невкусный, но несъедобный. Ой-ой, что за тормоза такие непонятные? Странно. Куда, еще ниже? Ну да, еще ниже. Ну пойдем потихоньку. Овал грифон. Это что-то новенькое. Ну-ка. Грифон сова. Ну да, смотри. Кто ж вас тут таких лепит-то? Грифонит по полной программе, а? Всю эту пернатую живность. Не понял. Кабан такой, ну-ка стоять, мы с тобой не закончили. Видел, да? Не, я не заметил. Ну тут грифон побежал. Я понял о чем-то. Нормально они так, кроликов едят. Да они тут всех едят. Смотри, они со всеми дерутся тут. С пауками. С кабанами. Баранами. Какие-то странные грифоны. Особо грифона. Вообще, что за фантазия особо грифона? Такого я, по-моему, даже в японских играх не видел. О, какое-то дерево новое. Ничего не собралось. Вообще-то у меня как-то интерфейс сменился, смотри. Это не интерфейс сменился, вот это место кончилось. Да. Блин, я не продалась. Сейчас, погоди. Поди за... Интерфейс сменился. Все, меня там смеяло.
Вот, супер. А, так у меня плечи есть. Мне штанов не хватает, слушай, надо... Я потом отвлекусь, попробую найти для этой броньки штаны. Может, сделаю себе такую... Хотя нет, крафтить же буду все равно. Фигли, фигня это страдать. Посмотрим, ладно. Посмотрим, что больше визуально понравится, то и сделаю. А еще у него какая-то тут есть штука в сумке. Какая? Какая вот. Штука? Какая штука? Выкинь ее просто. Да? Просто выкинь, да. Хорошо. Это от этих, от кротов осталось. С эвента. Я тоже только что выкинул, разгребал. Не дают запрыгнуть. Что такое? О, и все. И здесь ничего интересного нет. То есть мне можно не прыгать? Ну да. Реним. Тебе можно обойти. Они не агрессивные хоть? Нет, не агрессивные. Я почему-то все время читаю, как дохляк, а сама смеюсь сама себе. Дохляков они как-то не тянут. О, платиновая руда. Надеюсь, они на меня не обидятся. Ну, обиделись-то не эти. Ну да, этим-то пофигу. А там еще сзади ветеран ходит. Я там лишних не нагрел. Ой! Ветеран? Ну, судя по всему, да, я отпрыгнула не в ту сторону. Походу. Ну да, ветеран. Тут он и не один ветеран. Всех нагрели. Оу. Ты, а у Яшка, похоже, еще и мирных задел. Да. Я? Да, я не делала. Потому что я уешку не юзала. Ё-моё. И побежали они на тебя. Бегай, пока сейчас разгребу мелочь вокруг тебя. Точечно. Прям буду прицельным огнем бить. А? Крутись, 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 бей их. Что за музыка? У них над головами. А, все, я умер. Сейчас подниму. Это я, конечно, если молодец. Не собьют. А! Куда-нибудь подняться. Давай наверх сюда поднимемся, а то они нас тут так и будут. Да, я уже почти все. Еще раз сейчас умру. Вот зараза. Что такое? Да пушки вот эти, турели. Тут. А, их тут столько. Иди сюда. Куда? Куда-нибудь сюда. В разные стороны побежали. Пойдем от них убежим. Куда? Не знаю, куда-нибудь. Ну давай спрыгивать вот сюда. Ну вот сюда хотя бы. У меня такая паника, я туда забежал, а там все красное и здоровые эти ходят. Не представляешь. Тянул меня во что-то непонятно. Платиновая руда и все. И у него отшибло башку сразу. А зачем еще выше забрался? Всякий случай. Ой, ладно, я думаю, что серию можно, в принципе, закончить на этом. Вот. Я не знаю, как мы дальше тут. Не будем мы тут дальше. Мы дальше пойдем куда-нибудь дальше. В обход. Хотя, может быть, вообще надо было отсюда пройти. У них там, кстати, громкоговоритель какой-то. Ага, я обратил внимание. Надо его разбить, и их это деморализует, наверное. А, слушай, да, их и надо разбивать как раз. Но мы не будем сейчас этим заниматься. Громко говорители, работают негры, солнце еще высоко. И внушает им, да. Кроты своим кротам рабочим. Ну, видишь, они все, вон, видишь, как эти рабочие под эффектом под этим находятся. Ты приглядись. А, ну да. Теперь я понял, что это такое. Все ясно. Ну ладно. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Всем счастливо.